Достает? Парень, сюда вот. Вот я вот этот поставлю. Давайте. Ставь, отнесем туда, чтобы генератор не подключить. Да? Да. Просто солнца мало, да, сегодня? Да. Мотор, тишина. До этого примерно, в принципе, понимал о том, что система здравоохранения у нас не готова. Она очень сильно деградировала с послесоветских времен. Вот так. Вот такое взаимодействие. Она жертвует собой, да. Но она жертвует собой в первую очередь ради собственной дочери. Вот. И она действует в той системе координат и в той системе, ну, в какой-то степени порочной, может быть, даже, которая существует, которая сложилась на сегодняшний момент. Поэтому она не может нести одна ответственность за все то, что происходит вокруг нее. Может, тебя снизу вверх снимать? Да-да, сама побежала и стукнулась головой твоей брекеты. Короткие истории, кто как выживал, потому что время было непростое. И накопились вот эти истории, и там насилие над детьми, насилие над женщинами, да, и вот школы закрытые, да, и так далее. Это политический вопрос. Почему политический? Ну, потому что где было государство и что они делали в это время. Поэтому как бы и собралось вот это движение волонтеров. Это неспроста, потому что не было ничего. Закончили все счет. Привет.